С днем Конституции Дагестана жителей региона поздравил в Рио главы республики Сергей Меликов. В этот праздничный день особенно важно вспомнить о фундаментальной роли во всех сферах жизни республики, основного закона, который отражает вековые устремления многонационального народа Дагестана к демократии, равноправию, достатку и процветанию, основанным на чести и долге служения Родине. По сути, 26 июля 1994 года дагестанцы выбирали будущее республики, и серьезные шаги на пути развития были сделаны за этот период благодаря приверженности ценностям Конституции Республики Дагестан, определившей в качестве приоритета единство наших народов, защиту прав и свобод граждан. Особое значение принятой Конституции заключается в закреплении принципов демократизма, верховенства закона, которые впервые за всю историю Дагестана обрели свое полноценное юридическое оформление. Уверен, что в предстоящей избирательной кампании дагестанцы воспользуются своим конституционным правом поддержать достойных, тех, кто способен выполнить волю народа, готов отстаивать его интересы и оправдать доверие, говорится в тексте поздравления.